перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да, мег крутой. Аж пойдет побежал. Джима. Всем привет. Нейтрон, Нейтрон, с днём хотя, любимая, привет. Привет, привет. Здорово всем. Короче, заходи, Артуриус. Это Артуриус. Ланочка, любимая, привет, говорю, ты чё? Лана, привет. Так, возьма. Сторисы какая именно? Эта песня называется, где написано 96. Она так и называется, 96. Новый материал скоро будет. Ну вот, что там. Не общаюсь, не собираюсь. Отстаньте от меня с ним, пожалуйста. Мультитрендовый, охуенный трек, охуенный клип. Мне очень сильно понравился. Блять, вы стул сломали, прикинь? Я слышал уже. Это Брайт со своей. Нет. Нет? Это гость, что ли? Это Мощь, либо Мощь? Ты? Я не садился. Нет, значит, Мощь. В смысле, либо ты. Потому что вы весите тонну, блядь. Мы нормальные люди, тонну не весим. А, там немного народу. Мне не был. Точил я, короче, этот. Как он называется? Хлебушек. Футболка. Такая футболочка у меня. Ладно, закажи в номер, пожалуйста. Короче, такая футболочка у меня. Это подруга наша Софа делает в Штатах всякие туры по Штатам. Короче, кто хочет приехать, смотрит, приезжает на всякие американские достопримечательности, где убили тупака, где был Death Row и так далее. Притча как притча. Да, это на съемке. Потом опять на лысину постригусь.
Анвар из Каспийского. Не слышал. На студийку. Не знаю, позвони, спроси. Тут график же. Да, единоборствами занимаюсь. Влад. Хорошее имя. Какой видос? Все отлично. Трючок вон. Всякие трючки свои слушаю. Попробовать надо, но сейчас, мне кажется, ему не до меня. Мне кажется, ему сейчас больше хочется шапова. Ну и сколько это для меня, будто бы на... Чтоб кого-нибудь посадили. Альбом будет, ВК будет, альбом везде будет. Альбом будет охуенный. Я очень сильно постарался. Не факт, что это не мой не последний альбом. Может и последний. Поэтому пришлось постараться. Что ты там делаешь? Бля, ты чё, мудак? Ты, блядь, сидишь, смотришь мою историю, блядь, которая здесь. Ты там читаешь. Да не будем мы мириться, отстаньте от меня с ним. Ну, пожалуйста, отстаньте от меня со своим гуфом. Вот, ну, отъебитесь от меня с ним, я вас очень прошу. Блядь, зачем ты это сейчас написал? Я крокодил, крокожу. И буду крокодить. Да не, Иван вообще не интересен. А, Влада. Красивое имя. Не знаю, где он. В отделе, наверное. Он тебе, ты, то есть ты теперь мне пишешь туда, да, сидишь? Не, там поздоровайся, здоровайся. На альбоме, да, я, кстати, сейчас буду этим заниматься. Именно сейчас я как раз сяду и буду делать скиточки. Люблю тебя тоже, Ланочка. Буду делать скиты, буду делать интро. Новые треки будут на днях. По поводу альбома, будет хороший альбом. И я вам могу сказать так, что многим он понравится. Сразу говорю, я не знаю, как насчет детей. Детям, может, и не понравится. Давайте скажите мне. Короче, я все... Вот у меня, видите, какой бидон. Я, честно, заебался лысым ходить. Я лысым хожу 16 лет. Или с 17. Как только меня побрил мой друг Серега. Лучший мой друг. Про кого те дни. Вот. И, короче, мне очень интересно, как мой бидон вообще... Стоит оставлять или нет. True and Trap. Кстати, да, True and Trap. True and Trap 22 ноября у нас в ЦАО Лофте будет проходить True and Trap. Это мероприятие. Это батл рэп. Такой нормальный батл рэп. Не обязательно там, да, тут у нас мам не трогают, пап не трогают, семьи не оскорбляют. Вот. Смотрите за информацией, кому интересно, приезжайте, участвуйте, привозите друзей. Мы даже что-то разыгрываем, по-моему. Ты расскажи то, что это формат андеграундного, истинного, трушного. Да, это трушное настоящее мероприятие в баре ЦАО Лофт Паб. Вот у нас тут даже бар свой. Вот. Артуриус, ты нафига стул сломал, тебя спрашивают. Какой? На котором я сейчас сижу, блядь. Я сломал. А кто, блядь? Мощь, значит. Мощь, нахуй ты стул сломал. Нет, совсем другое. Не надо ждать от меня альбом такой же, короче, как папиросы. Было другое время, было другое, были другие мысли. Это в другом формате альбом. По-другому он звучит. Там есть очень такие песни. Многие говорили, что хотят, чтобы я сделал историю. Я сделал историю. Вот, и сделал истории, которые цепляют, как говорят, за сердца. Я почти плакал, когда писал это. Артуриус милосердный.
Ты просто бог, чувак, ты молодец. Я не знаю, кто это написал. Артуриус Милосердный. Папиросы — охуенный альбом. Но идем дальше. Как я вам напишу такой же второй альбом? Мне надо в то время вернуться, жить той жизнью. Я не хочу. Здоровья не хватит. Нет. Мама ёбства никакой трусный батл не подразумевает. Мама ёбства, знаете, когда люди начинают ебать мам, им больше просто нечего нехуй сказать. Нет, не все азербайджанцы мусульмане. То же самое, что в России же не только русские живут, правильно? Так же и в Азербайджане живут разные национальности, разные вероисповедания и так далее. С полтинником общаетесь. Иногда, да, списываемся, иногда нюха была. Краснодар, заебись. Короче, вы мне так нихуя не ответили. Тюленя зовут Аля. Недавно ко мне подходит чувак и говорит, что у меня собака как у птахи. Я улыбнулся. Собаку знают больше, чем меня. Правда, я брос, конечно, перед съемками, чтобы мне постричь было возможно. Бог в сердце. Три кита нет, все, проект не будет. Кудесник, не знаю. Сейчас будут проекты такие, как Брайт, Мойша и Борис. Будут разъебывать нахуй. Лекция в фильме, я не знаю. Вот сейчас, вы же хотите старые лирики. Вот я вам даю старую лирику, вот которую вы меня всегда просили, говорили, то, что, блядь, чувак, ты должен писать об этом, ты должен рассказывать истории, которые прям брали за сердце. Вот я вам написал на альбоме их дохрена. Послушайте. Нет, Вадиком тоже фиты не намечаются. Вот Артуриусу уже пора к барберу. Ну, пытался вчера. Это отдельная история. Это отдельная история. Просто. Так получилось. Да. Ну, зато резать постриг, кстати. Лысый чувак постричься смог, блядь. На альбоме 14 меток. Сейчас втором. Интро, завтрак, MDMA. Это что за хуйня, блядь. Девочка-дилер жунивается. Последнее письмо. Клик-клик. Кудесник, браслет. 96-й витамины за упокой. Если с геопикой. Вот. Пока все, а. Иди спать, малыш. Люблю тебя, тоже целую. Со Слимом нет, не общаемся. Да, нормально. Серег, здорово. За дверью нас ждут люди. Что? У меня не iPhone X. У меня iPhone SE. Мне на днях подарили десятку. Я ее дочке отдал. Мне, ну, не нужна мне десятка. Ну, реально, нахуй мне не нужна. Вот он. Интигам Милк. В Танкоград, АУ-74. АУ-74, Танкоград. Ланочка есть у меня. Конечно. Дагестан. Кстати, скоро поеду, наверное, к лету ближе. Вот. Поеду в Дагестане выступлю. С Васей, на не, вряд ли. Барбер пришел. Пишет, барбер пришел. Головорез пришел. Кепку одень, кепку перевоплощал. Братан. Брат, братишка. Братулец. Короче, перешли на Logic мы. Нет, мы, ну, мы работаем и в этом, как его, и в Pro Tools. Мы в основном перешли на Logic. Пиздует Pro Tools, блядь, заебал. Брайт очень возмущенным. Брайт просто в гневе на него. Бля, ни у кого-то стиков нет. Бля, как было охуенно раньше. Кури... Чего? М? В этот, как его? Как было раньше охуенно, бля. Курил я один стики, понимаешь? Ни у кого не было стиков, я один их курил, и было охуенно.
А сейчас все курят стики, блядь, сука. И ты куришь все стики, кроме своих. Ты куришь их все, только свои не куришь. Мои пиздят. Фиты у меня на щите, на щите, на альбоме с Джонни Вайтсом, с... Там нет, даже говорить. Чего? Стики. Есть, есть. Красные, возьми. Короче, Джонни Вайтс на одном треке у меня, на одном треке Геопика. И на одном треке Борис, Мыша и Брайт. Вроде все. Я бы с чем-то записался бы на самом деле. Надо бы предложить.